Бля, я, короче, досмотрел, пацаны. Я проматывал там. Знаете, что я хочу сказать? Я вот то, что это. Ну вот, ругались, да, мы на этого парня. Я сейчас посмотрел. Бля, хороший ведь парень, ребят. Давайте не будем больше на него ругаться. Я Абсолютно поздрал. нормальный тип, дай досмотреть. Так уж взял. Так трогательно мне так стало, вот. Неловко прям. И знаете, вот я прям, блядь, готов расплакаться. Разреветься как женщина, потому что мы были неправы, ребят. Мы были неправы, и каждый из нас, кто шутил, кто говорил гадости, глупости какие-то в адрес этого человека, он был очень сильно неправ. Хороший парень. Спасибо ему огромное за поздравления. Теперь я могу пойти мыть свои кокисы. Похаваю. Ребят, я слезать, и что-то Люди все равно его смотрят, до сих это круто, это здорово. Я хочу, чтобы его смотрело еще больше А мы людей. про него Так, такое говорили. человек, Все позитивный говорили про него вести гадости. нормальный, я с ним лично не знаком, но я ничего не могу сказать о нем плохого. Только можно сказать хорошее, Клипчик-то как какой. бы. Потому что Ну что, вокруг него комментариев столько стыдно было стало. всякого дерьма, и Пацаны, он держался на высоте, я не знаю. так сказать. Держался на высоте ты. Молодец. Не упал Красава. лицом в грязь, блин. Вокруг вот. столько дерьма. Не обижайте, не Поэтому обижайте, пожалуйста, больше этого парня. Я надеюсь, у него он еще под моей дела протекцией пойдут выше, мой... Я в рот его ебал, будет его руки зарабатывать денег со волосатые, блядь. стримом еще больше. И Альбер. ему не нужно будет ставить против себя Талик. и, так сказать, называться мошенником, Неужели в аферистом. тебе? Вот. Ну, самое главное, Так много я грязи. хочу еще пожелать здоровья. Альберт. Потому что без здоровья никак, никуда. Побольше любви, быть добрым, не забывать своих фанатов. Ну, Мне стыдно находиться теперь с вами в одной по-прежнему конференции. общаться с своими старыми Похоже. друзьями, так как когда все люди становятся более известными, получают славу, они забывают про своих старых друзей, и это очень плохо. О, он действительно вышел. Так нельельзя. Я надеюсь, Но это не меняет слово того, не что я забудут ебал не месяца своих Вачекова. Никто из вас не мог бы поздравил, никто из вас не сделал построить видео настоящие поздравления для отношения, и меня, вскоре а он сделал. Я так как на самом деле это. Не знаю лично, Шутки но мне шутками, а я кажется, у думал, одних из что лучших он друзей выплеснет это само немножечко собой говнеца Дред в ответ, потому что мы его все время хуесосили и Мэдисон на наших стримах это обижали. поздравление благодаря А он даже ничего Мэдисону плохого и не сказал. Мэйдсу Дреду оно как бы Потому и что день рождения. осуществилось. И поздравлял меня. Правильно. Давай, Соло, удачи тебе. Не болей. Стрим чаще. Бля, я не знаю, у меня какое-то Надеюсь, теперь через мерзкое год, ощущение. когда с тебя Какой-то, знаешь, как снимут будто, анбан, вот, блядь, несправедливость как будто воцарила на анбан, свете. Вот разбанят у тебя на было такое Старладе, ощущение? ты Выходишь снова из дома, вернешься на Старладе, видишь там, будешь не знаю, побеждать там собаки всех едят с котенка на Дредом вместе. улице. Проходишь дальше, там молодцы. какой-нибудь бомж лежит Все будет обоссанный круто. со сломанной ногой, и у него нет выбора, Да, он ребята, умрет в своей моче, еще блядь, потому я что у него прочитал сломаны ноги, он не сможет уйти никуда. условно сегодня на страничке Потом такую идешь информацию, там, то, что у еще него что-нибудь проблемы такое, с блядь, компьютером, какой-нибудь идет, не знаю, что-то поломалось. маленький, толстенький, Ну бывает, уебок, но у всех это пузатый такое дело. какой-нибудь дядечка, с ним Поэтому охуенная телка. Соло не Ты может в смотришь на данный всю эту момент хуйню, думаешь, ни играть, пиздец, ни блядь, как это стримить. несправедливо. И он И вот отложил какое-то сейчас количество также вот я денег смотрю на это со видео своих и стримов, понимаю, чтобы все что приобрести мир, он новый такой компьютер, жестокий, но хочется же купить, как, наверное, хороший блядь, компьютер, который утро будете служить понедельник после интернета. долго и верно, ну хотя бы там 2 года, и ты не будешь.